Всем привет, уважаемые зрители, с вами канал Аккумуляторщик. Вы все прекрасно знаете, что 11.11 состоится распродажа на AliExpress, а это самое время приобрести товары по выгодным ценам. По моим наблюдениям, цена уменьшается не сильно. Но зато много разных купонов и промокодов, которые помогут уменьшить сумму сделки. А сейчас небольшая подборка товаров для аккумуляторного дела. Все ссылки, кстати, в описании. Бустер – это мощный пауэрбанк с функцией запуска двигателя. Он позволяет без малейших трудностей запустить двигатель вашего автомобиля, если штатный аккумулятор по какой-то из причин разрядился. Например, бюджетный Booster 70 MAI обладает емкостью 11000 мАч, выдает небольшой пусковой ток, но для двигателей до 2,5 литра объемом должно хватить. Если хотите помощнее, то стоит присмотреться к другим, более мощным моделям. Их на AliExpress представлен большой выбор. Тестер аккумулятора – это портативное простое устройство, которое позволяет отследить состояние аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Прибор замеряет внутреннее сопротивление и напряжение, делает расчеты и выдает данные по уровню ресурса, степени заряженности, примерному пусковому току. Тестеров огромное множество, есть даже те, которые печатают информацию в виде чеков. Ариометр электролита. Если у вашего аккумулятора есть доступ к электролиту, то непременно необходимо замерить плотность и посмотреть осадок. Делают это обычно при помощи простейшего ариометра. Он продается в любом автомагазине и даже в продуктовых гипермаркетах. Но если вы живете в какой-то глуши, что проще заказать на Али, то welcome. Это колба с поплавком. В зависимости от плотности электролита он всплывает на нужный уровень. Также можно замерить плотность при помощи рефрактомера. Обзор на него будет немножко позже. Стоп-разряд. Это автоматический прерыватель массы. Если вы забыли выключить фары или у вас имеется какая-то утечка тока, то устройство отключит цепь и штатный аккумулятор перестанет разряжаться. Для того, чтобы восстановить цепь, необходимо пнуть по колесу. Устройство имеет на своем борту датчик вибраций. С недавнего времени устройство претерпело изменения. Сейчас более гибкие настройки. Можно установить вручную время отключения, напряжение, чувствительность. Электронная нагрузка. Я использовал нагрузку Hidense на 180 Вт. При помощи нее можно протестировать USB зарядки, кабеля, производить замеры емкости пауэрбанков и обычных аккумуляторов. АКБ 12 Вольт можно без проблем грузить 10 амперами и даже больше. Сейчас нагрузка имеет цветной дисплей и управление при помощи ПК или по Bluetooth. Также есть версия с колодкой на 4 контакта, то есть 2 нагружают АКБ, а по двум другим снимается напряжение. Зарядное устройство. На Али можно купить и зарядное устройство. Я тестировал самое простое и недорогое, и оно оказалось вполне себе рабочим для такой цены. Выбор не сильно большой, но выбрать есть из чего. Для домашнего обслуживания вполне себе годное. Почти все зарядки работают в автоматическом режиме. Щетки для зачистки клемм и токовыводов. Я уже много раз показывал про разные щетки. Есть как и цилиндрические, так и как зубные. Цилиндрические заточены под зачистку внутренней части клеммы и наружной токовыводов. При помощи ручных щеток можно зачищать разные контакты и соединения. Конечно, можно это все сделать при помощи наждачки, но как по мне, инструмент есть инструмент. Вообще, аккумуляторных товаров на AliExpress представлено очень много. Токовые клещи для замеры пускового тока стартера, мультиметры для проверки напряжения бортсети, разные защитные колпачки для клемм, сами клеммы, есть также и быстросъемные, крепления для аккумуляторов в штатном месте, вкручиваемые токовыводы для АКБ от бесперебойников, переходники с тонких клемм на толстые и много-много всего другого. Выбирайте товары по выгодным ценам, не забывайте про кэшбэк. Все ссылки на товары я оставляю в описании. Удачной распродажи, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Всем пока!